Сегодня мы с вами рассмотрим магнитолу 7 дюймов от компании Boson. Что ж, посмотрим на это чудо техники поближе. Том, давайте перейдем к распаковке. Сразу нас встречает гарантийник, мануал, инструкция, пера для подключения, к ним вернемся попозже. Уголки, кронштейны для установки и сама магнитолка. Данная модель у нас 2.32, 2 оперативной памяти, 32 внутренней памяти. Также есть магнитолки 1.16. Вернемся к подключению. В комплекте у нас GPS-трекер, что позволяет вам пользоваться GPS без интернета. Выносная флешка, есть еще вторая. Это для зарядки. Разъем для камеры заднего вида. Разъем для усилителей и выносных мониторов. И сам штекер подключения. Штекер подключения меняется в зависимости от комплектации автомобиля. А теперь самое интересное, мы ее подключим. Самое классное, что есть у этой магнитолы, так это то, что она может менять любые темы. Их здесь очень-очень много. Давайте установим с вами какую-то одну. Например, вот эту. Магнитолой можно пользоваться сразу двумя приложениями. То есть есть деление, допустим, с одной стороны карты, с другой стороны фильмы, видео. Также навигационная система. Navitel, Яндекс.Навигатор или другая на выбор. Также есть Bluetooth, громкая связь. Также можно прослушивать музыку через Bluetooth с вашего телефона. Подключайтесь и пожалуйста. Выход в интернет через Wi-Fi. Осмотр фильмов, прослушивание музыки, флеш-карты и жесткого диска поддерживаются все типы объема, вплоть до 2 терабайт. Подключение камер заднего вида для парковки. Возможность подключения кнопок на руле, если такие у вас имеются. Возможность подключения дополнительных мониторов, внешнего источника AV-сигнала. Возможность подключения видеорегистратора. То есть вы подключаете регистратор через флешку. Также есть возможность подключения видеорегистратора через магнитолу. То есть вы покупаете специальный регистратор, подключаете его к данному устройству, он запросит скачать приложение, вы устанавливаете его, и можно будет наблюдать за регистратором в реальном времени. Также просматривать предыдущие видео через магнитолу. Экран у нас не бликует. Также у нас здесь очень развитый эквалайзер, что позволяет вам настроить вашу музыку так, как вы хотите. Самое классное, что эта магнитола подойдет абсолютно к любому авто. Так она будет выглядеть Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, Datsun. Это только основные функции магнитолы Boson. Если вы хотите узнать еще какие-то моменты, всегда пишите нам личные сообщения, звоните или спрашивайте при личном посещении. Работаем для вас с 10 до 19.00, без выходных.